что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Грасс Монтана, и это уже пятый дубль, я не могу записать приветствие. Это открытие кейсов, как я и обещал, в четверг выйдет, вот сегодня. Открытие кейсов. Ну что ж, я купил один кейс, как бы, просто это первый выпуск, как бы, ну, решил проверить вообще, как это, открыть контейнер и... Знаю, что же выпадет. Ладно, посмотрим. Нажимаем просто и... Хуя. Ну давай что-нибудь, чтобы... Стой, сука! Стой, стой, сука! Нахуй не нужен. Сука! Ебать! Охуеть! Заебись! Блять! Работал, сука, работал, нахуй. Пиздил, воровал. Ничего не открыл. Поздравляем, блять. Вы получили новый предмет. Ну. Че он вообще, блять, сколько он стоит-то? Он стоит у нас. Похуй не. Так, открываем, смотрим. Он у нас стоит... Да, 7 рублей. Мы вошли в плюс, блядь. И теперь... 135. Ладно. Ну, в принципе, вот и все. Самый, блядь, первый. Да. Самый первый видос вышел. Ну... Подписываемся на канал, ставим большие пальцы вверх. И во второй части открытия кейсов я уже планирую, ну, открыть уже больше, хотя бы 4-5. Как бы, ну, бабок пока что нету, работаю, все такое. Вот. Ну, а вы знаете, куда кидать, если что, ключи. Ну, в хорошем случае, да, вы знаете, куда эти ключи, а в таком, в обычном случае, знаете, куда кидать оружие, самые простые даже, ладно. Как бы, ну, я буду уже делать контракты, вот, и сейфы, потому что у меня, кейсы, да, точнее, у меня их мало. Ну, хочу сказать, конечно же, спасибо игроку. Так, вот. Открывайся, да, быстрее. Mad Max, который мне кинул кейс, но так как у меня аккаунта нету недели, то я его не могу принять, так что, ну, буду ждать неделю, вот, в течение 7 дней. Вот, вроде бы и все. Подписываемся на канал, ставим большие пальцы вверх. С вами был Грасс Монтана. Всем пока.